Для жителя Нягани непреодолимое желание выпить может обернуться лишением свободы. В полицию обратилась местная жительница. Она переезжала в новое жилье, и как раз во время переезда из ее квартиры пропала дорогая норковая шуба, ноутбук, фотоаппарат, шуруповерт и личные документы. Пропажу потерпевшая оценила в 340 тысяч рублей. Как удалось выяснить, правоохранителям сосед, пострадавший, очень хотел выпить, но денег у него не было. Тогда он решил заглянуть в соседнюю квартиру, вынес оттуда все, что смог, и продал. К слову, выручка оказалась небольшой, всего 6 тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.